Я как обычно проснулся в школу. Как неохота никуда идти. Ну ничего не поделаешь. Кажется, придумал. Не поняла. О чем мы еще лежим? Давай, давай, быстренько вставай. Мам, я, кажется, заболел. Вот, ставь. Я пока еду со стола приберу. Блин, ну так точно мама мне не поверит. Кажется, придумал. Ну что, померил? Божечки, 40 градусов. Надо вызывать скорую. Мам, давай без скорой. Я сегодня отлежусь, и мне будет лучше. Я уверен. Ну ладно. Ну все, спи, отдыхай. Я на работу пошла. Yes! Ну что, как ты себя чувствуешь? Плохо, мам. Горло болит. Ну что, тебе лучше? Голова раскалывает. Ну все, Влад, это уже не шутки. Я звоню в скорую. Мам, может, не надо скорую? Не бойся, врач тебя посмотрит. Ну все, мне конец. Я хочу тебе кое в чем признаться. Ну и в чем же? Ладно, вызывай скорую.